Ровно в 8 часов утра свою работу начали 11 участков избирательных комиссий. В региональный парламент 6-го созыва от Десногорска были выдвинуты 5 кандидатов. Неравнодушные к будущему города избиратели вышли в воскресный день из уютных домов, чтобы поддержать своего фаворита. Во-первых, это мой долг. А во-вторых, не хотел оставаться в стороне. Очень хочу, чтобы жизнь в Десногорске улучшилась. Не только в Десногорске, и в районе. Надо участвовать в голосовании, чтобы решались как вопросы, правильно? Управленческие города, области, в целом страны. Я хожу на выборы и сейчас пришел для того, чтобы проголосовать за людей, которые придут и принесут пользу городу и людям. И мне в том числе, моей семье. Самое главное, я ему пожелаю своему кандидату, чтобы он проводил работу в том плане, чтобы больше доверия к власти было. Своим избирательным правом воспользовался и глава города Андрей Шубин. Он проголосовал на участке, расположенном в детской библиотеке. Мы сегодня определяем свое будущее на ближайшие 5 лет. Ведь от того, кто придет сегодня в областную думу, зависит развитие не только нашего региона, а в данном случае и нашего города, если мы говорим конкретно о городе Десногорск. Поэтому лично мне, как главе муниципального образования, не безразлична судьба нашего города и наших людей, потому что над тех кандидатов, которых мы сегодня выбираем, и политических партий, как я уже рассказал, будет зависеть наше будущее. В единый день голосования для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на избирательных участках работали свыше 30 полицейских. На каждом участке была установлена система видеонаблюдения. Общественные наблюдатели на протяжении всего дня также следили за ходом голосования. По предварительной информации областного избирательного комитета, смоляне отдали за единороссов более 36% голосов. На втором месте коммунистическая партия, у нее 23%. Третья – ЛДПР – 19,8%. У партии пенсионеров и эсеров 9,3% и 7,8% соответственно. Избирательная кампания и ход голосования на выборах прошли без серьезных нарушений. Окончательные результаты голосования будут объявлены в следующем выпуске новостей.